Золотой сплав интеллекта и рабочих рук. Эти состязания проходят в регионе всего во второй раз, но уже получили свое неофициальное название. Профессиональная олимпиада для студентов среднеспециальных учебных заведений стартует в Сахалинском техникуме сервиса. Танцевальную композицию, прославляющую рабочую профессию, исполняет ансамбль «Медиум». Девушки-строители на сцене выглядят как фотомодели, модно и стильно. Достойный внешний вид – одно из требований к современным специалистам. В олимпиаде будут соревноваться будущие управленцы среднего звена в сфере строительства, медицины, эксплуатации электрооборудования, гостиничного сервиса. Я считаю, самое главное – это терпение и отзывчивость к клиентам, и умение правильно подобрать решение из конкретной ситуации. Мне кажется, это очень интересная профессия, мне она близка, потому что я очень люблю общаться с людьми, и быть, улыбаться. Более 50 участников из 10 учебных заведений области померяются силой в теории и рабочих навыках. Два тура состязаний включают тестовую часть и выполнение практического задания. Когда они обучаются, ребята, они получают промежуточные профессии. Например, автомеханики или же слесарь по ремонту автомобилей получают ребята, которые обучаются по специальности техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Он выходит с дипломом техник, но имеет за плечами и рабочие профессии. Самая многочисленная группа – будущие медицинские сестры. Свою пятерку конкурсантов пришел поддержать практически весь курс. Я считаю этот конкурс очень полезный, потому что мы наберем опыта. Я собираюсь дальше связать свою жизнь с медициной, поэтому я участвую в этом конкурсе. На сцене спортивные композиции с российской символикой, вокальные номера патриотического содержания. Будущие механизаторы сельского хозяйства тоже считают себя патриотами. И не только своей страны, но и учебного заведения. Во-первых, всегда во всех корпусах участвовать интересно. Ну а во-вторых, наше учебное заведение не так уж сильно где и появляется, поэтому возможность где-то поучаствовать для нас всегда важна. Учебно-производственные мастерские Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства не просто лучшие в области, они уникальны, потому что такого количества действующих макетов и просто современных учебных тракторов нет нигде. Именно здесь соревнуется будущий инженерный состав островных аграриев. Сегодня потенциальные руководители полевых бригад выполняют задания по рабочей профессии в роли простых трактористов. Им необходимо выполнить действия, которые выходящий на поле механизатор делает ежедневно. Это подготовка пахотного агрегата к работе. Значит, идет отдельная подготовка плуга, отдельная подготовка трактора, затем идет агрегатирование, регулирование на заданную глубину. Однако и в этом, казалось бы, несложном задании есть свои подводные камни. У плуга несколько лезвий лемехов, и каждый нуждается в отдельном внимании. Трудности в том, что надо плуг опустить, чтобы он ровно стоял на земле. Вот самый морок, это надо каждый винтель подкрутить, каждый поднастроить. И в итоге ты один настраиваешь, другой начинаешь настраивать, один слетает, и ты вот так вот бегаешь туда-сюда. Ну а так, в принципе, если этим делом заниматься много, то ничего сложного нет. Самое сложное – теоретический экзамен ребята уже прошли. За определенное время нужно было выполнить несколько заданий. Тестовая часть, расчеты, табель, составление работников и основные расчеты тракторного агрегата и сельхозмашины. Требования к инженерному составу аграрного производства за последнее время значительно повысились. Теперь им крайне необходим технический английский. Надо было думать, надо было готовиться, решать. Ну, справился. Тексты английские тоже там. Сложного, в принципе, ничего не было. Среди жюри экспертов сегодня присутствуют потенциальные работодатели. Это правило соблюдается на каждой соревновательной площадке. Мастерство будущих строителей оценивает, среди прочих, и индивидуальный предприниматель Олег Нилов. У него собственное проектное бюро. Меня больше интересует проектная работа, поэтому те из них, кто смогут показать себя достаточно перспективными, я с удовольствием переговорю с ними по поводу заключения контракта для приема на работу.
Студенты по специальности строительства и эксплуатации гражданских зданий и сооружений разрабатывают проект многоквартирного жилого дома. Без преувеличения, здесь собрался золотой запас строительной отрасли. Ну, я один из лучших студентов на своем курсе, и мы с ребятами решили, то, что надо представить достойно свой колледж. Но мы с преподавателями готовились к Олимпиаде. Сегодня нам предстоит работа в автокаде, разрез дома сделать, 2 этажа. В принципе, задание возможно сделать за такое время, которое отводит. Графическая программа «АвтоКАД» самостоятельно выполняет чертежи. Участникам необходимо проявить и отличные знания программы, и свои креативные способности. Здесь представлены студенты всего 2 учебных заведений. Сахалинского строительного техникума они сегодня в роли принимающей стороны и Политехнического колледжа Сахалинского государственного университета. Соискатели в номинации эксплуатации электрооборудования ведут борьбу за призовые места на базе промышленно-экономического техникума. Только что они сдали теорию. Там у них было тестирование, которое включало в себя направление оборудования, материалы, охрану труда, вопросы по электробезопасности и информационным технологиям. Далее они выполняли у нас работу по переводу профессионального текста, то есть перевод с английского языка, и как раз-таки по организации работы коллектива. Практическое задание выполняется на специальных стендах. Конкурсанты оснащены всем необходимым – инструментами, спецодеждой, расходными материалами. Сейчас мы проводим сборку схемы пускодвигателя с реверсом. То есть тут вот 2 кнопки. По нажатию одной он запускается в одну сторону, а по нажатию другой кнопки, соответственно, в другую сторону. Каждому из 5 соревнующихся на задание отводится 3 часа. Но скорость выполнения работ далеко не единственный показатель мастерства. Но здесь как бы оценивается по многим критериям, то есть первый, критерий, качество, исполнения соответствующего, это работа по концеванию проводов, соответственно, нужно соблюдать правила, соединение этих проводов, красота, эстетика. Здесь тоже присутствуют потенциальные работодатели. Сотрудник Сахалинской ТЭЦ-1 Руслан Зудягин сам когда-то окончил это учебное заведение. Он прошел все ступени карьеры, от простого электрика до ведущего инженера энергетика электростанции. Ну, чтобы управлять, надо понимать, как это делать. То есть, чтобы могли контролировать качество выполнения работ, должны знать, на что обратить внимание, где проконтролировать. Вот это очень важно. Дмитрий Дещене только на подступах к основам профессии. Он учится на 2-м курсе промышленно-экономического техникума. И в таком престижном конкурсе участвует в первый раз. Ну, получается потихоньку, но для меня времени недостаточно. Именно для меня. Потому что мало опыта и вообще... Ну хорошо, а как теорию подавали с собой? Теорию нам не оглашали ничего. Ну, в смысле баллов, сколько кто набрал, никто ничто не говорил. Все будет на закрытии в 3 часа. Зал Сахалинского техникума сервиса полон. Здесь участники, группы поддержки, гости, эксперты. Все с волнением ожидают результатов. Ведь награда для победителя – это не только престиж, но и выход на новый профессиональный уровень. У нас юноши и девушки награждаются кубками, дипломами. И те студенты, которые получат 1-е место, они, несомненно, у нас будут представлять Сахалинскую область на уровне России. Города разные, то есть также сообразно укрупненной группе профессии. Лучших своей профессии награждают представители соответствующей отрасли в островном регионе и уже присматривают себе потенциальных сотрудников. Министерство образования Сахалинской области награждается Цыханский Артем Александрович, студент Сахалинского промышленно-экономического техникума по группе специальностей электро- и теплотехника. Золотых медалистов Олимпиады 6. Они набрали необходимое количество баллов, каждый в своей номинации. Вообще, на Олимпиадах, да, это 1-я победа. Ну, до этого как бы просто не особо принимал участие. Не особо, ну, стараюсь. Так. Ну, была такая уверенность, да, небольшая. Но все равно до конца не был уверен, что все-таки победа будет за мной.
Награды и звания нашли своих героев. Впереди всероссийский этап. И пока формируются команды, организаторы определяют места его проведения. Укрупненные соревновательные центры профмастерства будут созданы сразу в нескольких российских городах.